Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. Участвую в праздничной копилке в проекте «Всем миром», а вообще в проекте «Всем миром» участвую с 2013 года, а в конкурсе участвуют все. Осталось до Нового года совсем немного. Баллов у меня сейчас 76. В предыдущих видео я показывала вам, для чего праздничная копилка, как накапливать баллы. И если я сама оплачиваю, например, благотворительный марафон или эстафету, то мне добавляются баллы. Как раз сейчас я хочу оплатить одно место в благотворительном марафоне, что я и буду делать. Вот смотрите, у меня сейчас 76 баллов. Вот здесь вот мы можем посмотреть историю. Итак, хоть у меня сейчас и 104 дня еще, я все равно буду продлевать одно местечко. Остальные денежки я выведу. Одно местечко я продлю. Оплачивать Payeer кошелек. Нажимаем сюда Payeer кошелек на 3 месяца. Одно место. Нажимаем перейти к оплате. Авторизуемся в кошельке и оплачиваем наше место. У меня на Payeer есть денежки. Нажимаем подтвердить. Итак, сейчас мы перезагрузим страничку и увидим, что у меня уже не 76 баллов, а 86, потому что 10 баллов дается за оплату своих личных мест в марафоне. И зайдем в мои места, посмотрим, насколько продлилось. Вот, 194 дня у меня, так что можно спать и жить спокойно. Остальные денежки я сейчас выведу. Всем пока!